сейчас к ситуации необходимо дать разъяснение. Огонь ведется со стороны Дебальцево и целится в основном по восстановленным электрическим подстанциям, чтобы вновь нарушить все коммуникации. Перемирия нет. По-прежнему обстреливаются жилые кварталы, деревни, уничтожаются коммуникации, связь, электричество, водоснабжение. Фактически на данный момент идут боевые действия. Ты этому все вколола? Да. Быстро, да. Там к тому на живот, кому? Быстро мы жгут наложим. Руки нету, да. Пакет для руки, быстро, сюда! Пакет для руки! Пакет для руки! Отрежь вот это! Быстро! Жгут! Вот этот. Да, давай. Не толпимся, расходимся. Работают только те, кому надо. Разошлись все. 6:00. Сейчас, не дай бог, ляжет и все. Подстенки стали, ёперный больник. Подстенки. Кто мешает, стали подстенки. Есть. Без сознания, пульс слабый. Пульс держите, кто-нибудь пульс держит. Есть. Быстро. Есть, слабеет пульс. В машину его надо срочно сейчас перематывать, срочно везти. Машина готова! Рука в пакете в синем. Рука в пакете с ним должна ехать. Пульс слабеет, быстро очень слабеет. Пульс слабый. Очень слабый пульс. Блядь, адреналин кололи, шоковый? Да. Шоковый адреналин обезболивающий. Но это мало, блядь. Нет. Все, есть. Пошел. Бегом. Следующая давай, машина. Ну раз он не может этот, давайте грузите, везите его. Перебинтовали? Везти его надо. Полотенце одеял. Одеяло сюда, бегом! Бегом что-нибудь давай. Бегом сюда, одеяло! И минера сюда. Минера везти тоже надо. Да поссать. Да поссать. Да, надо на бок его положить, и тут просто сыто. Сдвинуть его вниз, просто-напросто. Потому что... Перевозим, блядь, заберите кто-нибудь. Да, перелажите. Так, да. Француз, быстро. Влево. Взрывника? Да, взрывник, он у меня в кабинете. У нас два тяжелораненых. Такие обстрелы здесь идут постоянно. Это перемирие. Мы не знаем, что будет с ребятами. Их сейчас увезли в госпиталь. Я стою на краю еще горячей воронки от взрыва. Есть поврежденная техника. Ну вот так приблизительно проходят будни этого гарнизона. Малыш. Вон нагло, да? Это сегодня? Ну вот, сегодня утром. Мы находимся во дворе маленького деревенского дома. Этот дом напоминает мне мою родину. Тихий быт, спокойствие, зеленые стены, занавески. И снаряд, который попал непосредственно в постройку, которая была установлена во дворе. Так живут сейчас жители Новороссии. Так они существуют каждое утро, просыпаясь под канонаду. Каждое утро, понимая, что оно может быть последним. Здесь был небольшой сарай. Мы видим внутри еще запасы. И запах пороха слышим. И запах пороха. Вот что осталось металлическим баком для воды. Но что самое удивительное, собака рядом осталась жива. Да. Вот в одной из воронок мы обнаружили остатки 120-миллиметровой мины. Это осколочный боеприпас. Такой осколок может оторвать человеку голову. Сегодня они падают на головы мирных жителей.